ребят. А вот, вообще. Пиздец. Колма, держись, там сейчас пролечусь. Кто-то еще наверху на четверых. И флит едет в нашу сторону, наша база, осторожно. На 60 единицы, дом двухэтажный. Красный. Дело подбегает к четверке. Четверка. Блять, сам себя убил. На втором ярусе там один бегает, аккуратно. Он уже. Я был снизу уже. Полежу немножко, сейчас отдышусь, попробую. Поднимает. Прям по четверке хуярит. Сахар, там на этом, на горе, на горе. Можешь поднять, Сахар, рядышком, нет? Ара возле единички два сидит. Я понял. О. О, я ушел, пока Мика подниму. Мега мин, голбэн. Наверху. На четверке сидят. Давай я их буду поднимать. Сверху меня послушай. Да слушай, я до тебя добежать-то не могу, меня обстреливают. Эй, король. Он не мини. А, спасибо. Спасибо. Снизу, снизу лучше. Крыша тоже. Так, Миг, Захар, 30 лет вам бегут. Ребята, на горе. Миг, Захар, к вашему дому подбегают, подбегают уже совсем близко. Захар, кинь меня, отстреливайся. На камнях возле больнички смотри тогда сам. Он уже рядом совсем. Захар, он уже может походить. А мне, блядь. Что за Захар? Тут залмал вроде, но не Захар. На больничке хуярит, прям по четверке. Смотри, Микс, 35 к вам бежал. Совсем рядом. Да, подожди меня. Старт меня хуйнуть, бля. Больше 100 метров. Снайпер, скорее всего, глядит в больничку. Здесь поднимает уже. Мин, go home. На крыше четверки один. Меня парашютом убил. Ну
вы поняли, типа эмблема у крафта. Тима, ты его спалил, да? Вдвоем мы по ракете в него. Рядом со мной. Меньше. Нет, 1.20 метра, наверное, максимум. Томми, скорее всего, в одноэтажном сидит. Это был я. Твоя бомба или че? Угу. Я например, поставил на таймер. А блядь, сука, пидорасить можно.